тупая, что ли? Прости. Давай помогу. Уйди, сам разберусь. Прости, что накричал. Денек был не очень. Все из рук валилось. Бывает. А кто из художников твой любимый? Ну, мне нравятся работы Карла Берлиова. В его портретах будто пририсована душа человека. Даже Гоголь сказал, он схватил молнию и бросил ее целым потоком на свою картину. А я люблю картины да Винчи. В них кроется какая-то неведомая тайна. Некий шифр. А ты пишешь картины? Что ты? Я так, прихожу сюда за компанию. А ты пишешь? Я скорее рисую. Иногда мне кажется, что слон в зоопарке пишет лучше, чем я рисую. Я освободилась, можем идти. Привет, Герман, спасибо, что развлек мою сестру. Сестру? Как здорово. Мы еще увидимся. Позволишь прикоснуться к твоему лицу? Ну ладно. Рада была познакомиться, Герман. Только как тебя зовут? Кира, постой! Можете на минутку? Я сейчас. Привет, Герман. Я по поводу вчерашнего. Я слушаю. Я бы хотел увидеть твою сестру. Зачем тебе это? Мне кажется, у нас много общего. Я думаю, это плохая идея. Правда. Тебе лучше забыть ее. Ладно, я понял. Ничего ты не понял. Моя сестра, она ничего не видит, понимаешь? Да, да, наверное. Как хоть ее зовут? Ее зовут Алиса. Алиса. Можно тебя спросить, тот парень, твой знакомый, кажется, Герман его зовут. Он, кстати, спрашивал о тебе. Спрашивал обо мне? Когда? Почему ты не сказала? Не хотела тебя тревожить, думала... Что думала? Что раз я ничего не вижу, то не стоит и встречаться? Алис, постой! Я не хотела. Что не хотела? Алиса! Герман, ты? Я искал тебя, я очень рад. Правда? Правда. Ты прости, что я чуть не врезалась в тебя снова. Это входит в привычку. Может, это судьба? Кто знает. Прогуляемся? С удовольствием, но в последнее время я что-то плохо дорогу разбираю. Я буду твоими глазами.